России немало мест, о которых знают все, которые хотели бы посетить тоже практически все, но очень немногие решались таки собраться туда поехать. И вот наша сегодняшняя экспедиция как раз в одно из таких мест, которое для России представляет собой очень непростую часть истории, где есть и трагедия, и буквально подвиги духовные. Мы едем на Соловки. Притом именно на Соловки, на острова. В отличие от большинства путешественников, мы не остановимся где-то в Кими или на берегу Белого моря, там, со стороны Архангельска. Мы постараемся попасть именно на Соловки с помощью парома. Ну, там на месте будем разбираться. Едем мы, как обычные горожане, на городских легковушках, на Kia Rio. Как нам будет комфортно, мы расскажем пути. И, пожалуйста, нам пора. Это в Китае путь в тысячу ли начинается с одного шага. А у нас любой путь начинается с пробки. Наверное, самая лучшая улица, по которой можно ехать в Соловки. Теперь все время по главной, никуда не сворачивает. Проехали под МКАДом и обнуляем наш одометр. И можно сказать, это официальный старт нашей экспедиции. Вообще мы будем стараться делать минимум остановок, потому что путь не близкий. 1440 километров только до города Кем, который, ну, тот самый Кемская волость. Одна ночевка, ну, по-другому нельзя, все-таки безопасность превыше всего. Вот у нас загорелся резерв. Отъехали от Москвы на километров, ну, наверное, около 100. А осталось нам до Переславля-Залесского 50 с небольшим. По городу расход прыгал от 13 там, с небольшим до 8. И вот сейчас устаканился вот 7,4 литра. Надо будет еще проверить, но, пожалуй, мы заправимся на ближайшей заправке. Не будем ждать, пока у нас выработается все топливо. С трудом мы дотянули, честно говоря, до заправки. Они здесь не часто встречаются. Попробуем залить полный бак, посмотреть, сколько войдет. Тем более это справедливо, что у нас, ну, вот, как я уже говорил, что бензин начал вырабатываться двигателем и заливаться в бак, потому что стрелка упала ниже нуля достаточно сильно. На крышке написано минимум 92-й, но как-то не хочется рисковать. А вообще рекомендую раз в бак хотя бы, ну, через раз, что называется, заправляться бензиносмоющими свойствами. Ну вот и все. Отщелкнулось 39 литров на 1280 рублей. То есть получается при баке 42 литра у нас осталось 3 литра резерва. Ну да, можно сказать, мы на последних каплях дотянули. Еще бы километров 20 и все. Вот вам батенька Юрий в день. Переславль-Залесский встречает нас кирпичом и перекрытым мостом. Действительно, знаки о том, что проезд закрыт через город, казались правдой. Но мы предполагали, что будет хотя бы одна какая-нибудь полоса или что-то, какой-то объезд. Но, как видно, все разворачиваются, то есть дороги вперед нет. А жаль, у нас были планы на Переславль-Залесский такие обширные. Мы хотели к Никольскому собору подъехать, и к Синему камню. И, может быть, даже если бы успели к музею паровозов, но наверняка не успеем никуда. Ну да, учитывая, что сейчас без 15,5,
Если мы будем еще искать объезды, подъезжая с той стороны, ну, придется наверняка вычеркнуть Переславль просто из нашего списка и трогаться дальше. Как, не жаль. Вот мы и выехали на объездную города Переславль-Залесский, к великому нашему сожалению, поскольку есть что посмотреть в городе, а сейчас пока мы только вот там где-то на горизонте увидели золотые купола великолепного Никольского собора, не единственный, которым славен этот городок. Самая знаменитая, наверное, часть Переславля-Залесского – это музеи, которых тут просто какое-то национальное хобби, городское хобби. Музей утюга. Самый известный здесь музей паровозов, конечно же, здесь, ну, не в самом городе, конечно же, недалеко. Но нет времени у нас сейчас уже заезжать, к сожалению. И где-то здесь недалеко есть так называемый синий камень, известное языческое место. Нам оно интересно было бы тем, что мы едем на Соловки, как вы помните, которые тоже связаны с языческими культами очень тесно. И появление первых христиан на Соловках сопровождалось, ну, не то чтобы борьбой христианства и язычества, но, в общем, таким столкновением интересов. Но мы не будем вдаваться в эти теософские истории, а поедем сразу в Ярославль, в котором, ну, честно говоря, только ленивый путешественник не бывал, поэтому мы не будем там тоже задерживаться, ну, может быть, остановимся у какого-нибудь самого интересного, на наш взгляд, места. И вот что называется, нужно верить указателям. Только что был щит о том, что производится капитальный ремонт трассы М8. И вот мы попали в пробку из-за этого ремонта. Потихонечку. Бомбарбей Киргуду. А если мы откажемся, то они нас зарежут. Мы едем на Kia Rio третьего поколения, на модернизированной версии, которая появилась этой весной. Отличает ее новая трансмиссия и русский зимний пакет с усиленной подвеской и увеличенным клиренсом. И подогреваем все на свете. Зимний пакет нам вряд ли пригодится, а вот подвеска поработает на славу, ведь нам еще предстоят вологодские дороги, Карелия и, возможно, Соловки. Пока же мы подъезжаем к историческому центру Ярославля, где князем Ярославом Мудрым в начале 11 века была поставлена крепость, ставшая впоследствии городом. Ну вот, как я и обещал, мы заехали все-таки в Ярославль и приехали на место, которое самое знаковое для современного Ярославля – это Стрелка. Но поскольку въезд туда запрещен, и мы не хотим нарушать ни закон о гостеприимстве, ни правила дорожного движения, мы просто ставим здесь машину и прогуляемся, немножко посмотрим. Здесь интересно, потому что здесь не только современный Ярославль как бы вот собрал в себя самое такое знаковое, самое яркое место, но и то, что здесь связано и с историей, потому что именно тут было празднество тысячелетия, праздновали тысячелетие города. Ну, вообще, я поражен количеством народу, который здесь гуляет. Кажется, что вышел весь город. Ну, и мы тоже пройдемся. Здесь интересно. Буквально все сделано так, чтобы можно было прогуляться. Но если я правильно понимаю, то Стрелка, собственно говоря, это вот этот вот, ну, как бы полуостров. То есть вот там Волга, вот здесь Котельск. И вот этот памятник вдалеке как раз и посвящен тысячелетию города Ярославля. Kia Rio спокойно перенес все тяготы и лишения первые 1500 километров путешествия, включая участок с дорожным ремонтом.
Подвеска, мотор и трансмиссия показали себя с наилучшей стороны. К эргономике нареканий нет, как и к комфорту за рулем. Впереди у нас Вологда, куда мы, к сожалению, въедем уже затемно. И вряд ли сможем что-нибудь рассмотреть. Ну, разве что кроме гостиниц. Вот время 23:56 уже. Мы приехали в Вологду, добрались до гостиницы. Даже не знаю, как она называется, впрочем, это не важно. Главное, что здесь есть места. Тут мы переночуем, завтра пораньше встанем. Проехали мы чуть больше 450 километров, строго на север, и это ощущается. Вот сейчас уже стемнело и довольно холодно. Значительно холоднее, скажем, чем в той же Москве. Мне в целом все понравилось. Расход у нас получился средний около 8 литров. Последние несколько десятков километров приходилось много обгонять, много грузовиков около Вологды. Завтра мы пораньше встаем, чуть-чуть поездим по Вологде и отправимся прямо на Вытегру. У нас там будет еще пару интересных мест, которые, если время нам позволит, мы посетим. Но конечная точка завтрашнего дня это в идеале это Кемь. Ну, теперь все, пора отдыхать. Завтра ранний подъем и дальняя дорога.